Максим, поздравляю тебя с продлением. Поделись, пожалуйста, эмоциями. Расскажи, ждал ли ты вообще нового предложения от клуба? Конечно, ждал. Я много работал, усердно трудился над тем, чтобы клуб рос, чтобы команда выигрывала. Поэтому, по крайней мере, я был сам честен перед собой. Я сделал все для того, чтобы помочь клубу. Поэтому клуб отблагодарил меня тем же, предложил мне новый контракт, которым я безмерно рад, если честно. Ожидал этого, и, слава богу, все случилось. Как раз в твоем росте ты осенью был одним из лучших игроков, попадал в сборную тура, стабильно выходишь в старте. Что придает тебе такую уверенность в себе и в своей игре? На самом деле большую роль играет тренер, лично для меня, потому что я нашел, так скажем, своего тренера, который видит во мне и рост, и талант. И когда в тебя верят, крылья сами, знаете, вырастают, и ты начинаешь для этого прикладывать в два раза, даже в три раза больше усилий, чем ты это делал бы без этого. А вспомни, как ты 2,5 года назад приходил в «Локомотив», свои мысли тогда и сейчас, насколько разные ощущения? Слушайте, я приходил как игрок среднего класса из «Ахмата», мне нужно было много в чем прибавлять. Слава богу, это случилось, слава богу, я прибавил, да, со мной переписали контракт, потому что, скажем так, 1,5 года назад об этом даже и не шло речи, да, много было негативных там посланий и в сторону меня, и в сторону клуба, поэтому слава богу, что все исправили, все смогли преодолеть, и мы на правильном пути сейчас. Ты много тренировался в отпуске. Помогло ли тебе это сейчас на первой тренировке, на сборах? И как вообще ощущения после первого занятия? Я больше выкладывал, наверное, потому что просили, а не потому что надо было. Да. А так бы, если бы никому не нужно было бы, это бы никто бы и не знал. Так больше для себя работаю и для того, чтобы на сборах было меньше травм. Как первая тренировка прошла? Отлично, отлично. Полностью готов. Мышцы в хорошем состоянии, поэтому мне она далась нормально. Понятно, что нелегко, но нормально. Ну, то есть на вечернюю ты выйдешь уже бодрячком? Да, думаю, да.